Друзья, всем доброе утро. Доброе воскресное утро. Сегодня, как обычно, мы, почитая день субботний, день покоя, день отдыха, день воскресный, когда мы празднуем воскресение Иисуса Христа, мы пойдем с вами в храм, будем слушать Божье Слово, будем поклоняться вместе, таким образом исполняя заповедь, которая дана Божьему народу, еще много-много лет назад, много столетий назад. Вас хочу ободрить местом Писания из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 1-2 стих. Написано так. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте, говорит Иисус. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам». Меня очень согревают эти слова. Здесь Царство Божье, Царство, где Христос ожидает нас, Он называет Домом Отца. Я понимаю, о чем здесь пытается сказать нам Христос. Что Царство Божье – это не просто какой-то замок, какой-то город. Нет, это дом. Дом, где ожидает нас Отец. Я думаю, каждому отцу, каждому родителю приятно, когда к нему в гости приходят дети. Когда мы садимся за один стол, мы общаемся. И это приятно, когда мы почитаем своих родителей. Это приятно. То же самое ощущает Небесный Отец, когда Его дети собираются вместе для того, чтобы почтить Его. Что-то вспомнить, поблагодарить, посмеяться вместе. Поклониться вместе. Вот это чувство, мне хочется, чтобы каждый, кто слушает меня сейчас, ощутил его. Мы с вами, собираясь все вместе, можем дать вот эту радость Небесному Отцу, которая испытывает и земной Отец в том числе, когда дети приходят в Его присутствие, приходят к Нему в дом. Когда-то будет великое собрание, мы соберемся все вместе на небесах, в доме Отца. Но сегодня, живя здесь, на земле, мы словно репетируем это величественное собрание на небесах, собираясь в воскресный день. Поэтому сегодня, идя в свои собрания, давайте будем идти с таким настроем, чтобы, собираясь вместе, такие разные, такие... порой сложные, веселые, грустные, самые разные, но собираясь вместе, все мы, когда собираемся вместе, доставим радость Небесному Отцу от того, что мы вместе собрались, поклоняемся Ему, служим Ему, благодарим Его. Давайте доставим радость сегодня Господу своим собранием и своим общением друг с другом за одной трапезой, которые нам приготовят проповедники, учителя сегодня. Божьих благословений вам, друзья, хороших богослужений. Настройте свое сердце, чтобы порадовать Отца своим присутствием. Аминь.